Очень опытный на красной стороне помоста Павел Черноградский. Практически элита мирового масс-рестлинга. И против него Мурат Лигуров, Кабардино-Балкарская республика. Один-ноль. Внезапный, молниеносный старт принес победу Мурату Тлигурову 1-0. Предупреждение получает спортсмен на синей стороне помоста. Напомним, что повторное предупреждение ведет к проигрышу. Сравнивается счет 1-1. Предупреждение получает спортсмен на синей стороне помоста. Напомню, что атакует Черноградский. И со счетом 2-1 победу одержал Павел Черноградский. Республика Саха-Якутия.